Магазины в Корякии попались на масштабной торговле просрочкой. По требованию прокуратуры в Карагинском районе снято с реализации более 100 наименований провианта с истекшими сроками годности. Нарушения выявлены в магазинах, принадлежащих 4 фирмам. Разные продукты там были просрочены от нескольких дней до года. Весь непригодный товар в магазинах изъяли и уничтожили. Руководители торговых организаций стали фигурантами административных дел и заплатят более 50 000 рублей штрафов.